Всем-всем-всем приветик, ребята, с вами я, ваш Кент АПК. И прямо сегодня, прямо сейчас, ваш Кент АПК будет совершать очень опасные трюки. И, пожалуйста, несовершеннолетним не повторяйте. Да и вообще, ребята, читы — это очень плохо, но, иногда можно. Ну что же, ребята, конечно же, этот чит я использую при помощи программки Game Guardian. Спасибо большое Хилмаксу за идею. Мы, ребят, открываем эту программку, дальше вводим поиск значений и вводим это значение. Дальше нажимаем новый поиск, дальше ждем буквально 3 секундочки. Так, я сказал 3 секундочки. Дальше мы меняем все эти значения на просто цифру 0. И прямо сейчас, ребята, вы будете в шоке. Ну чё, вроде бы всё работает. Давайте мы всё это проверим. Опа, привет, браво! Блин. А, не-не, работает, только со следующего раунда. Ребят, все нормально, я уже распереживался, уже думаю, что-то не работает. Все окей, все хорошо, просто, ребята, надо подождать следующего раунда. Ну что, погнали. Ох, блин, кентуха весь в крови, ох, блин. Пацаны, давайте. Сейчас, короче, кентуха покажет, как надо разбираться со старыми бабушками. Берем эту вазу и кидаем, как есть силы, потому что теперь мы тут главные. Так, ну чё, ну дверь откройте. Алло, вы кента закрыли. Давай, бабка, дверь открывай. Опа, приветик. Хо-хо-хо, ничего себе. Видать, ты давненько у стоматолога не была. Ничего себе, слушай. Так давайте ещё парочку зубов подровняю. В принципе, я занимался боксом пару лет. Ничего себе, она стрёмная. Вот это. Так, всё, короче. Ладно, бабка, ты стой тут, а ты чё за мной ходишь? А ну иди отсюда! Внучок, иди покушай! Не, бабуль, чё-то не то, я кушать сегодня не буду. Внучок, иди покушай! Бабуль, отстань! Опа! Это ты для меня оружие принесла? А, это... Подождите, ничего себе, я оружие какое-то вижу, а её можно как-то подобрать, кто-то знает? Блин, это двинчи жирная! Ой, блин... Ох уж эти бабушки, ребят, кто любит бабушку, ставьте лайк. Да и вообще ставьте лайки и подписывайтесь на канал Кент АПК, если вам нравятся подобные видеоролики. Так, это, ребят, моя ванная, это такой небольшой рум-тур, тут я обычно купаюсь. Так, бабушка, ты чё подсматриваешь? Вообще-то некрасиво смотреть, когда внучок купается. Так, это мое зеркало, ну, к сожалению, разбитое. Так, а чё подобрать-то нельзя? Вот в чем вопрос. А, это капкан, блин! Вот это я нубас. Ребят, я извиняюсь, просто я играю буквально третий раз и сразу же начинаю игру с читами, да? То есть вы на меня, пожалуйста, не сердитесь, потому что играю всего лишь третий раз. Но если вам, ребята, понравятся подобные видеоролики, если вы наберете много лайков и много подписок, то тогда ваш Кент АПК будет снимать гораздо чаще и гораздо больше Гренни. Так, это мой диванчик, пацаны, вот тут я обычно снимаю видео. Не, вот тут, оп, бабуль, приветик, опа, лоу-кик прописал. У тебя что-то с улыбкой, я тебе сейчас зубы подровняю, окей? Опа, ну, увы, к сожалению, молоток можно только выкидывать. Это двинча, блин, вот жируха. Плохие новости, бабулька нас всосала в себя. Ой, блин, бабушка! Бабуль, то я покушаю, ладно, давай, я уже покушаю, отойди от меня. Прямо сейчас я вхожу в бабушку. Как-то странно звучит, но на самом деле оно так и есть. Так, ну это двинчая бабушка! Бабушка, только не целуй меня! Ох, блин, бабуля меня поцеловала. Бабушка, стой, бабуль. Сейчас будем играть в игру. Давай, ложись, бабушка, ложись. Давай. Ну ё-моё, ну как с тобой можно играть в игры, если ты... Давай, опа! Блин, промахнулся. Бабуль, давай ложись сюда, тут, короче, будет прикольная игра, тут тебе массаж сделаю. Давай. Опа. Ну ё-моё. Да давай, иди сюда, да чё ты очкуешь, бабушка? В общем, ребята, на этом нашу первую серию можно заканчивать. Так что, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Пожалуйста, пацаны, вот прям всех прошу, подпишитесь на мой канал.
Ну а с вами был ваш Кент АПК. Надеюсь, что кому-то данное видео было полезно. Надеюсь, не все будут писать, типа, Кент АПК, да ты просто взял и своровал эту идею. Ребят, я же это вначале сказал, поэтому не надо кентуху обвинять. Все, ребят, всех люблю, всем удачи и всем-всем пока.